Узнай, будешь ли ты счастливым и успешным. Многие часто задаются вопросом, почему у одних все в жизни хорошо, желания исполняются, удача сопутствует, а другим достаются лишь неприятности, болезни и непрекращающиеся трудности. Психологи и эзотерики заметили, что к первой категории относятся личности, отличающиеся несколькими главными качествами. Итак, давайте узнаем, кто точно будет счастливым и успешным. Первое. Оптимисты. Люди с позитивным отношением к жизни гораздо счастливее и успешнее остальных. С точки зрения психологии, такой настрой помогает им жить, полностью доверяя миру, который отвечает им взаимностью. Многие получают то, о чем думают, так что неудивительно, что оптимистам часто везет и их обходят стороной несчастья и беды. С точки зрения эзотерики считается, что позитивно настроенные люди сохраняют энергию, не накручивая себя по поводу мелких неприятностей. Напротив, они направляют позитивную энергию в мир, чем привлекают в свою жизнь благоприятные обстоятельства. Второе. Добрые люди. Давно доказано, что люди, бескорыстно совершающие добро, живут на высоких вибрациях, поэтому у них реже случаются негативные события. Помогая другим, человек испытывает чувство счастья, внутреннюю гармонию, которыми снова готов делиться с окружающими. С такими внутренними установками легко притянуть в свою жизнь радостные обстоятельства. Каждый, кто часто помогает другим, замечал, что столкнувшись с какой-то проблемой, обязательно находится быстрый способ ее решения. Или в жизни возникают обстоятельства, благодаря которым ситуация разрешается самым благоприятным образом для него. Третье. Уверенные в себе. Еще одна категория людей, которые являются магнитом для удачи и счастья, это уверенные в себе. Внутренняя уверенность – это мощная сила. Такие люди не допускают ни малейшей мысли о неудачах, поэтому чаще остальных добиваются успеха. Позитивный внутренний настрой придает им сил, рождает мотивацию, и обстоятельства складываются наилучшим образом. Уверенные в себе люди заточены на успех, счастье и точно знают, что созданы только для этого. Такая установка ведет их к успеху, хотя со стороны может показаться, что они всего лишь везунчики. Четвертое. Доверяющие своей интуиции. Кто-то называет интуицию внутренним голосом, кто-то высшим «я». Но правда в том, что это чувство всегда подскажет правильный путь и направит в сторону счастья. Люди, научившиеся доверять своей интуиции, всегда оказываются в выигрыше и обладают всем, о чем мечтают. Психологи на своих тренингах учат, как отключить мозг и услышать внутренний голос, считая это подсказкой подсознания. А оно всегда работает во благо хозяина. Эзотерики считают, что доверять высшему «я» значит доверять миру. Интуиция никогда не обманет. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.